Сегодня во Фрунзенском районном суде города Саратова рассмотрели ходатайство об отстранении ректора технического университета имени Гагарина от должности. Напомню, Игорь Плеве сейчас в статусе подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по факту растраты и хищения имущества. Надо сказать, что на заседание суда Игорь Плеве пришел, причем в хорошем настроении, даже пошутил с журналистами до начала судебного заседания. Но вот давать комментарий на камеру отказался. А вот его адвокат прокомментировал эту ситуацию, которая связана с возбуждением якобы нескольких уголовных дел в отношении ее подзащитного. Якобы Плеве обвиняют еще в том, что он неправильно, незаконно распределял квартиры, которые должны были выделить молодым ученым, а достались они руководству университета. Я не располагаю сведениями, что есть какие-то другие уголовные дела. Я об этом вчера прочитала в СМИ и очень удивилась. Игорь Рудольфович Плеве тоже ничего по этому поводу не знает. Ему не предъявляли ничего, кроме вот этого, сложно сказать, подозрения в том, что кого-то приняли на работу и кто-то не работал. Даже эти обстоятельства я пока не обсуждаю, поскольку доказательств причастности его к этим событиям просто нет. Сотрудники ФСБ, от которых и исходит ходатайство об отстранении Игоря Плеве от должности, говорят о том, что он может помешать сейчас следственному процессу и судебному в том числе, так как если будет оставаться на своей должности. Суд удовлетворил их ходатайство и вынес такое решение, что временно Игорь Плеве отстранен от должности ректора Политехнического университета. Надежда Новикова, Роман Шульдяев, Саратов, 24.